Всем привет и добро пожаловать на канал Bibitaki Dolls. И сегодня мы с вами распакуем куколку LOL OMG из новой серии и под названием Sweets. Это такая девочка Мария Антуанетта, девочка-конфетка. И давайте посмотрим, что же у нее внутри. Итак, кукла находится в огромной и очень яркой коробке. На передней стороне у нее арт. Давайте посмотрим дальше. Сбоку здесь ее маленькая сестричка. А на задней стенке нарисованы обе куклы серии Sweets и Spicy Baby. И написано, что мы сестры, и мы выставляем на показ свой стиль для того, чтобы удивить весь мир. Вот такая коробка. Вот здесь с передней стороны есть перфорация. И перфорация изображает половину сердечка. И если соединить вот эту картинку вместе с коробкой Spicy Baby, у нее будет такая же перфорация. И из этого изображения вы можете составить одно сердечко. И, конечно же, открыть мы ничего не можем, пока не откроем вот эту штуку. Приклеено очень тщательно, поэтому я просто разрежу. И вытаскиваем манжет. И здесь у нас есть подсказка начать здесь. Вытягиваю. Что-то застряло. А, дальше я должна, видимо, открыть коробку саму. Вообще не поняла, зачем так. И дальше тоже у меня не идет. Ой, слушайте, вообще не знаю, как это открыть. Давайте сначала наряды распакуем, а потом уже посмотрим на саму куклу. Да, интересно, конечно, выходит обзор, да, где я не смогла открыть куклу, но окей. Вытаскиваем подложку. Вообще все склеено. Ничего так просто не открыть. Ну, наконец-то. Так, журнальчик у нас здесь. Так, это наш журнальчик. И шляпная коробка, обувная коробка. Два чехла для одежды. Но все-таки нужно снять переднюю вот эту часть. Так, кстати, не сказать, что очень аккуратно отрывается. Открываем наше сердечко. Вообще вот так, да, и остается на месте у нас изображение. Оно двойное. То есть мы не портим изображение на коробке, оно остается как было. Вытягиваем. И здесь мы должны были вот так вот сейчас открыть эту дверку. Ну, получилось, что мы ее открыли немножко раньше. Ну ладно. Вытаскиваю еще один пакетик. И давайте достанем нашу девочку. Достаю сразу всю подложку. Здесь у нас инструкция, какая-то бесконечная, огромная инструкция. И зеркальце. Да, у него есть защитная пленка. Снимаем защитную пленку. И у нас здесь настоящее зеркальце. Давайте посмотрим на куклу. Вот такая у нас смугляшка. С очень-очень блестящими губками. Сложной прической, она в блестящем белье и в милейших розовых носочках. Здесь у нас золотистая расческа и подставка. Первая часть подставки и сзади вторая. Давайте срежем ее. Подставки. И на голове здесь гвоздики, их я обрезаю сзади.
Такая получилась у нас куколка. Я не очень понимаю, зачем мне три подставки, три вот этих седла для подставок. Ждала, что здесь будет одно для талии, другое, чтобы посадить куклу, но нет, у меня здесь три седла, причем два одинаковых, а одно пошире. Ладно, не поняла идеи, давайте наденем обычную. Широкая, видимо, нужна для полного аутфита, потому что в узкую с полным аутфитом, с курточкой она не влезла. Ну, такой, знаете себе, сюрприз. Не этого я ждала. Открываю коробочку, конечно. Вот такая получилась кукла. Мне кажется, что это очень мило. Она прям сладенькая девочка. И действительно такая Мария Антуанетта. Я очень хочу поскорее открыть вторую куклу и посмотреть, как они будут выглядеть вместе. Коробка свела меня с ума, потому что я до последнего не могла понять, как это открывается, что делать, как высвободить куклу. Но оказывается, да, там нужно оторвать это сердечко, и все будет в порядке. Не сразу до меня это дошло. Вообще, сама кукла мне очень понравилась. Мне нравится ее темный скинтон в сочетании вот с этими розовыми, голубыми деталями. Наверное, у своей куклы часть золотых украшений я сниму, потому что мне кажется, что они не очень ей подходят. И мне не нравятся туфли, на самом деле, потому что вот туфли сюда вообще никак не подходят. Но окей, они розовые, голубые, пускай будут. Тем более, что других у меня нет для нее, так что будут эти туфли. И спасибо, что досмотрели это видео. Расскажите, что вам понравилось, что не понравилось в этой кукле. Хотели бы себе такую? И вообще, как относитесь к куклам LOL OMG?